Во Владивостоке в спортивном комплексе «Олимпий» состоялась спартакиада МЧС России Дальневосточного федерального округа по плаванию. Более 40 человек из 7 команд боролись за звание победителя. Сегодня проходят дальневосточные соревнования по плаванию среди главных управлений. Настроение отличное, посмотрим, получится ли. Целью мероприятия стала пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства и выявление лучших спортсменов. Между участниками соревнований шла напряженная и достойная борьба за победу. Спортсмены соревновались на дистанции 100 метров вольным стилем, а также в эстафете 4 по 50 метров. По итогам мероприятия призовые места распределились следующим образом. Лавры победителя достались команде Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Второе призовое место завоевала команда из Хабаровского края. Третье почетное место досталось команде Республики Бурятия. В торжественной обстановке победители были награждены кубками, медалями и грамотами. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.